Друзья, всем привет! Начинаю новый влог и хочу начать этот влог со слов благодарности. Я выражаю огромную благодарность Юлиане Негода. Простите, если я неправильно поставила ударение. Юлиана перевела мне огромную сумму. Огромное вам спасибо за ваш перевод. Не один перевод. Это очень-очень приятно. Это вы оказываете огромную поддержку мне, моему каналу, котикам. Спасибо вам большое. Мне безумно приятно. Спасибо огромное за перевод на отдых сына. Мы потратим эти деньги с пользой обязательно. Сходим на аттракционы или, может быть, ну, какие-то вкусняшки купим ребенку на отдыхе. И на вкусняшки котикам. Они обязательно получат свои вкусняшки. Большое вам спасибо. Огромное спасибо. Вот. И огромное спасибо Валентине Анатольевне Ша за перевод на то, чтобы накормить дворовых котиков. Обязательно сделаю. Я сейчас как раз поеду в Ленту и куплю хороший корм. Я думаю, что нужно купить и сухой корм, и влажный, потому что сумма очень большая. На все хватит. Большое вам спасибо. А еще помимо Ленты я сегодня съезжу в Wildberries, заберу свои шторы. У меня они приехали уже. И когда повешу, я вам все покажу. В прошлом влоге я немного неправильно выразилась по поводу переводов. Ну, по поводу того, что я вот карту свою оставила. Я сказала, что это будет как моя зарплата. Ну, наверное, так неправильно считать. Это не зарплата. Это поддержка канала. И спасибо вам всем за поддержку. За поддержку канала, котиков. За то, что меня поддерживаете. Спасибо вам всем огромное. Я уже еду. И забыла сказать. У меня еще вчера пришли запчасти на машину. Я выкупила. И сейчас записалась на ремонт на следующую среду. Записалась на ремонт. Запчасти у меня вышли на 4500, а ремонт у меня выйдет на 3200. Уже посчитали. Вот если слышно, там у меня все гремит в машине. Сзади. Короче, стойка стабилизатора будет на замену. Стойки... Итак, я подошла в этот отдел, где кошачий корм, и смотрю, что скидок нет на сухой. Но это не скидка, допустим, вот 310, а тут 295. Это уж 15 рублей, это не скидка. Буду ждать нормальных скидок, когда будет, ну, там около 100 рублей с пакета скидка, как в тот раз, за 366 был. Пакет. Вот такой вот пакет большой был за 366 рублей. Вот. Так что подождем. Но зато здесь есть скидка на вот эти дела. Такая же, как в тот раз, когда я набрала целый пакет корма. Короче, говядину взяла 4 штуки, а вот таких соусов, индейка в соусе, там кусочками получается, взяла 6 штук пока что. И возьму на всякий случай пока что вот этот вот сухой корм. Он стоит 77 рублей. Ну, тут маленький пакетик. 190 грамм. Но это вот, чтобы у меня в машине лежало. И вот увижу я кошку дворовую. И насыплю ей. Вот так. Так, я нашла паштет из индейки.
Так что добираю 6 паштетов из индейки для дворовых кошек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А паштеты, эти курицы в соусе у меня пойдет для своих, для моих кошек. Вот он, оказывается, немножко в стороне стоял. Итак, отчитываюсь. Значит, не стала пока полностью тратить эту сумму, потому что и так уже много, ну, дома некуда будет складывать. Вот это моим котикам вкусняшки, целый пакет большой. Получилось вот так. Вот на эту сумму. Все со скидкой. Вот. Перед отъездом на море, я думаю, нам хватит как раз до отъезда, я еще докуплю на остаток. Ну, естественно, если не хватит, естественно, как бы добавлю. Огромное спасибо вам за перевод на вкусняшки для моих котиков. И вот отчитываюсь на корм для дворовых кошек. Взяла 10 паштетов таких вот влажных. И пока что маленький пакетик. Там, ну, если даже скидка будет, то нечувствительная. Вот маленький пакетик взяла сухого корма. Потом тоже докуплю. Когда будет скидка на сухие корма, докуплю большой пакет. Пока что вот такая сумма получилась. Вот. Огромное спасибо вам за перевод. Котики будут довольные и сытые. Да, забыла сказать, что вот этот вот пакетик я оставлю в машине, чтобы у меня он был всегда под рукой, когда я нахожусь на улице. Вот. Потому что без машины я теперь никуда. Даже в магазин на машине езжу. Вот. Так что у меня будет вот здесь оно лежать. Вышла на улицу, увидела котика, подошла к машине, открыла и покормила. Вот. Так будем делать. Я уже приехала домой. И пока что не наблюдаю ни одного котика. Они обычно вот здесь вот у нас бывают. Здесь вот тарелочка у них стоит для кормления. Женщина здесь живет недалеко, ну, где-то вот в этих вот квартирах. Она всегда кормит, приносит. Вон там даже водичка у них стоит. Какая-то грязненькая. Кто-то уже тут набавился, видимо. Надо будет вынести воды. Когда увижу кошек, я обязательно их покормлю. В машине оставлю. Вот моя машина. Оставлю корм, который для уличных, для дворовых будет, и буду кормить. Так, это мой балкон. Пока что не помытый. Сейчас я буду мыть. А это... Это персик. Персик. Ну, была-то я вне дома совсем чуть-чуть. Уже соскучился. Все, захожу. Итак. Поставила шторки стирать и сама сейчас начинаю мыть окна.
Вот, почистила я окна. На улице уже совсем темно стало. Но все равно видно, что они прозрачные, что чистенькие. Тут резинку мне вытащили. Коты вставила на место. Сейчас свет включу. Вот, может, так виднее будет. Короче, вставила на место там с той стороны резиночку вот эту черненькую. Такую вот. Вот. Шторки у меня постирались. Сейчас я их поглажу и повешу. Вот, все окошки чистенькие. Итак. Валя. Такая красота получилась. Шторки постирала, отгладила. Они вот такие вот у меня сиреневые. Снаружи сейчас уже видно не будет, наверное. Хотя можно выйти посмотреть. Так, еще вот с этой стороны сейчас покажу. Вот так. Мне очень нравится. Такие интересные цветы и вот такие у них веревочки. Ну, надеюсь, конечно, кошки мне быстро не порвут. Матреха уже пыталась залезть, пока я вторую штору наглаживала. Она залезает по шторам строго вот туда, на форточку. Ну, а вот вид с улицы. Ну, конечно, сильно не закрывается что-то у меня на балконе. Но все равно немножко будет скрывать, особенно днем. Хотя бы не будет видно, что у меня там сушится. Ну и смотрится красиво. Ну что же, буду прощаться с вами на этом. Время уже позднее. 9 часов вечера. Завтра мне с утра на работу. Надо укладываться спать. Сегодня я сделала много дел. Особенно я довольна собой тем, что повесила шторки на балконе. Вот. Спасибо вам всем, что смотрите. Спасибо за комментарии, за лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Всем буду рада. И огромное спасибо еще раз скажу за поддержку. Всем пока, всем счастливо. А вот так выглядит при дневном свете. Очень нежно.